Сегодня уже чувствуется осень, при том, что не холодно, жарко достаточно, но как-то ветрено, пасмурно. И мы с мамой идем, мне сейчас нужно в аптеку взять, купить Косте на лекарства обычные. Вот, мы убегаем, чтобы Габи не плакала. Убегаем в аптеку. В очередной раз вырвались. Идем просто в аптеку здесь возле дома, прогуляемся. Так, как бы выйти из дома чуть-чуть. Куда-то пошли. На какую-то пойти плазму. Майкл, ты денежки мои взяла. Да. Того, что был Рексал, который был Рехал, но теперь ты четко знаешь, что он Рексал. Уже что-то я просто Рехал, уже мне не хочется говорить. Да. Английские знания. Ничего, что я говорю на английском. Я с вами по-английски. Рексал, thank you very, very much. В общем, короче, да. Вот так вот. Вот так вот, дорогие мои. Так что все, Рексал, мы идем. Мы тебя идем сейчас. Сейчас идем бомбить Рексал. Можно здесь и можно там просто по-ровному зайти. Есть плазочка тоже. За Рексалом. А тут есть Старбаксик. Да. Куда мы пойдем сейчас? Мы будем выбирать. А может и не пойдем, посмотрим. Как пойдет, карта ляжет. Как карта ляжет. Профессионально у врача, не у, просто не у доктора. Так, все, пожалуйста, всовывай туда руку. Так, мама, всовывай. Всовывай туда руку. To measure your blood press, please sit down, follow the instruction on the screen. Как мне надо? Все, сидеть. Сейчас сядь ровно, ты боком сидишь, сядь, чтобы тебе было удобно. Оно у меня неправильно одето. Мне надо, чтобы оно у меня было наверх, оно не одевается. Не, ну почему? Все тебе залезло. Мам, это автоматически. Тебе не надо усаживаться. Это не такой вот он. Прямо. Please sit down. And your blood pressure, smart card, option. Remove any ticket clothes, please. Одежду убери, которая там есть. Все. Нет, я не убрала. When ready, press the start. Я еще не убрала. Все. Нажимаем старт. Ой, больно мне что-то. Непонятно, как он мне будет нажимать. Сейчас будет неправильно, я думаю. Что она пишет? If you feel discomfort, please press the stop button. Да, если чувствуешь себя некомфортно, мы нажимаем стоп. Ну, это неправильно. Мам, не говори, пожалуйста. Ой. Все, не ойкай. Все, что у нас тут покажется. Сейчас она нам покажет. Тихо. Так, 149 на 76. Высоковато, прилично высоковато. Вот так это показывается. Сейчас он, наверное, еще и напечатает. Чек выдаст. Чек. Сколько это стоит? Чек, расплатитесь. Когда у нас есть аппарат дома. Нет, ну мы просто хотим использовать. Нет, понятно, ну смотри, это высоко. Для этого сколько времени? Для этого времени года? Где? Нихера нету. Пошли. Ты, короче, поняла, что это вообще капец? Ну, мы с тобой в прошлый раз тоже мерили здесь, поэтому я так пришла и сказала, что идем померяем. Как завсегда ты. Ну, ничего, теперь мы дома придем и померяем. Да, потому что я сегодня не принимала вторую таблетку. А время уже сколько? Обед. Ну, пошли. Я тут все таблетки забываю теперь принимать. Теперь походим, кошмар. Успокоим нашу душу и давление. Это по магазину. Пошли. Ну-ка, давай посмотрим, доча, что может. Очки. Красивая оправа тут есть. Давай. Купить просто. Один. Ну, как лисички, как я знаю. Такие какие-то обычные, которые... Да ты на доктора похожа сейчас. Вообще, я тебе хочу сказать, что нам с тобой вообще очень везет. Если у тебя сейчас дальше не прогрессирует зрение, ну, пока моему возрасту будет у тебя хорошо, потому что будет единичка. Потом пойдет только на плюс. Ну, у меня росло видишь... до этого момента, но сейчас вот я проверяла, вот когда вот последний раз. Я вот эти очки ношу уже просто так, я могу без очков. Вот такие очки, мама, $30, да? Ты посмотрел. Доллара. $32. Ну, это, конечно. Рубль. Мы с мамой. Мама будет делать себе губы яркие. Она говорит, что-то я не яркая сегодня. Надо да, попробовать. Из дома вышли, это по-домашнему, даже не оделась. Фу, какой кошмар. Нет, это не подходит. Надо, потому что бледнее, ты яркий. Я сильно бледная, поэтому я хотела оранжевый. Пускай они не работают. Нет, ты наоборот должна темнее взять, вот такой оттенок. Не хочу черный. Потом у тебя не будут черные. Он запечатанный. Значит, надо такой найти не запечатанный. И пока вытащить можно с ума сойти. Ну это вот темные. Только вытри губы.
Губы вытри. Да, свои. Все, видите, как я. Думаете, так, как все тут мажу. Я должна. Ты пол помады вытираешь. Ну и что делать? Ненавижу этот цвет. Тебе надо с перламутром. Не люблю. Нет, можно без. У меня есть без. Тебе не надо помады, тебе надо блестки. Сейчас другую нашли. Какая-то фирма здесь-то, господи. Лучше? Я не вижу. Вешалки, что я Вике купила, такие. Ты можешь сказать. Свинка. Пророксал, что-то он совсем тебя не возбуждает в этот раз. Да, помады не те потому вообще. Потому что мы ничего не купили. Ну ничего. Что это, свинка написано? Биф. Это тушенка? Это тушенка, да, то, что на русском называется. Это готовая уже полностью такая еда. Мясо с чем-то, например. Это мясо с картошкой, мясо с макаронами. Угу. Ну, это как бы не продуктовый магазин, но вот так вот забежать, купить, кому что, не докупили. Да. Если вдруг хочется, он все время открыт. Ну, расскажи мне, как ты сходила. Ой. В Рексал. А что, Рексал? Жарко. А что, пустые руки? Руки. Ничего не купили. Руки пустые. А рученьки-то вот они, ничего не купили. Так пошли только для зятя лекарства. Я пошла на этот шаг. И все. Нам нечего брать. Лекарства, да, крема, да, это мы можем в любом магазине купить. Просто пройти, прошлись немножко. Да, да. Все. Пошли что-то перекусывать. Пошли сейчас такой, да, тяжелой лестнице подъем. Все, сейчас мы кушаем. Семейный ужин. Семейный привет. Ужин. Привет, привет. Кушаем гречечку и овощное. Да. И салатик. Да, и у меня есть макарончики. Макарончики. И Габуся сидит привет. Со своим айпадом. Привет, Габуська, привет. Айпек. Айпек.